знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слушаете меня, да? Да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте, я по такому поводу. Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных нормативов. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Ну, таков наш закон. Всем здравствуйте. Еще раз начинается программа «Добро пожаловаться». И я напомню, что телефоны нашего прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9. Мы говорим о проблемах вот коммунального хозяйства, о том, что волнует, что на душе, какие, может быть, неясные вопросы, комментарии. На ваши вопросы отвечают наши уважаемые эксперты. Айвар Гонтарев, эксперт с опытом управления домоуправлениями, включая РНП. И Сергей Сидорко присоединится чуть-чуть попозже. Здравствуйте, доброе утро, Айвар. Доброе. Можно писать также нам на WhatsApp 2306191, задавайте вопросы, старайтесь, может быть, это делать в начале программы, а не в конце, потому что мы часто получаем уже вот в последнюю минуту, не успеваем ответить, а поскольку время программы ограничено, приходится переносить на следующую уже передачу, и, но, тем не менее, мы всегда стараемся ответить на все пришедшие вам вопросы. Ну вот, наверное, одна из самых главных, мы сейчас переживаем резкое похолодание, погода становится уже по-настоящему осенней. То, что вот, может быть, когда на дворе плюс 30, все эти разговоры о сложном отопительном сезоне казались еще чем-то очень-очень далеким. То есть мы как-то невозможно было поверить, что это произойдет. Сейчас, когда температура упала сразу резко, там градусов на 15, и прошли дожди, и уже чувствуется, что осень наступила. Прогнозы какие-то такие совершенно очень нерадужные о том, что 230 тысяч семей не смогут оплатить счета этой зимой, там по каким-то даже расчетам. Тем не менее, вот по другим фактам, по другим данным, все-таки рижанам, во всяком случае, обещают относительно небольшое повышение цен на тепло. Как вот вы оцениваете ситуацию, насколько этот отопительный сезон в самом деле может стать катастрофическим, тяжелым ударом по кошельку? То есть вот и что может произойти в таких вот самых неблагополучных сценариях, когда люди окажутся перед лицом того, что они не могут оплатить счета? Ну, давайте тогда пройдемся по всей цепочке, потому что будет плохо. Мы в вашей передаче уже говорили, наверное, полгода обратно, да, что нам грозит и чем может это обернуться. Тогда нас называли пессимистами, да, там, что ну, все же хорошо, лет впереди, да, и так далее. Но вот как в этом знаменитом фильме «Зима близко», да, с которой все сейчас боятся, и в действительности как-то погода нам даже сверху дала указание, что ребята, готовьтесь. Ну, потому что было 30 градусов, и вдруг хоп, и там 16-17 ветер, неприятно, слякоть, да, и так далее. По-моему, мы в прошлой передаче не договорили вообще до конца один такой нюанс о том, вот есть составляющие сейчас всей системы, есть страна, есть самоуправление, есть домоуправ, есть поставщик коммунальных услуг, есть житель, который в конце все это оплачивает. И сейчас настанут очень трудные времена для жителя. И кто в этой цепочке, каким образом там страдает или не страдает. Да? Ну, та же самая Рига, больше как тариф, больше как два раза. Ну, наверное, нельзя сказать, что рижанам повезло. Да? Просто в сравнении, конечно,
с Рамовой там, и с другими местами в Латвии, где зашкаливает этот тариф. Конечно, в Риге он соотношение меньше, он меньше, потому что из-за всяких исторических аспектов, в том числе из-за того, что большой фактор здесь сыграл, что Рига Силтумс является долголетним партнером Латвэнерго, а Латвэнерго, государство, сказало продавать газ сейчас без доп. Прибыли. Вот это, наверное, такой первый позитивный сигнал о том, что я обращал внимание, несмотря на принятые законы о помощи, что во всех тарифах коммунальных поставщиков прибыль – это процентуальное соотношение к обороту, к издержкам. В принципе, получается, там, простыми словами, чем больше расходная часть, чем больше тариф, тем больше будет прибыль. Процентально она не будет меняться, но в общих суммах она будет. И вот наше предложение с Сергеем было, что давайте в это кризисное время всем государственным самоуправленческим поставщикам запретим зарабатывать раз и снимем ПВН 2. Потому что нужно выжить. Нужно выжить тому человеку в конце этой цепочки, про которую мы говорим, про клиента. Да, вот здесь получается так, что сейчас... Ну, давайте подумаем еще раз. Да, там был тариф у нас 100 единиц. Угу. Да, в нем был ПВН 21 единица. Сейчас тариф стал 200 единиц, где-то даже 300 единиц, да, каких-то относительных. ПВН стал вместо 21, 40 и 60. Соотношение государства что? Выиграет. Это надо вот тому окончательному клиенту, который вот будет оплачивать эти счета? Ну, наверное, нет. Угу. За это этот конкретный человек, вот за эту ситуацию, которая создалась долголетним нерешением вопросов энергетического сектора, житель? Нет. Государство, это решение государства, да, там и государственных компаний, как они вели свою экономику и так далее. Сейчас, например, сравниваем Ригу и ту же самую Рамову. Почему житель Рамовой сейчас должен платить там в разы больше, как рижанин? Ну, наверное, неправильно. Даже рижанин, тот, который сейчас будет платить 3,5, там, 5 евро за квадратный метр за отопление, ну, за что ему это? Он в чем-то провинился? Ну, он что-то не так сделал? Ну, нет. Не из-за него это. То есть, и здесь вот эти, получается, три фактора, да, они показывают, что все-таки это решение государственно неправильно. Ну, и я вижу, что они еще что-то думают. Да, потому что выбор это скоро. Да, уже скоро. И сейчас мы все скажем, да, что мы про это думаем. Потому что я даже, знаете, там профессорша одна выступала по технологии, что как и разбирала по порядку. Я тоже там как бы не удержался. Я обычно наблюдаю, но не удержался и спросил в Фейсбуке, а может я пропустил что-то? Mm-hmm. Ну вот, наблюдая это время... Скажите мне, пожалуйста, хоть кто-то вот из этих сфер, где я работаю, одна из них коммунальная, да, вот кто конкретно что-то из политиков хорошее для нас сделал, вот для жителей для Риги, Латвии и так далее? Ни одного ответа, ни одного. Ну вот, вот в этом проблема. Из этого что мы получим? Мы получим, к сожалению, спираль проблем. Спираль проблем начнется из того, что какая сейчас в общем экономика, да, то, что 21% инфляция, все резко будет взлетать вверх, все цены еще будут продолжаться, все это. С другой стороны, и начнется экономия ресурсов, всех ресурсов, не только энергоресурсов, и человеческих ресурсов, и начнутся увольнения, к сожалению. Mm-hmm. И в государственных компаниях, и в частных начнутся увольнения. И про это сейчас никто не говорит. Потому что ну, бюджет не выдержит больше такого рода пособий, как это было во время ковидов и так далее. Да? Ну, что-то было накоплено, это можно было выкинуть. Да? Сейчас какой-то вариант опять занимать деньги у государства и кому-то передавать или просто давать, ну, тоже вариантов нет. Да? То есть, если у вас нету денег и... Вас уволили, вы получали хоть и там, не знаю, 1000 единиц, за этих 1000 единиц вы за коммуналку платили 300-400. Ну, представьте, сейчас вы будете платить 700-800.
Даже если... Ну и да. И при том, вот за эти 200, да, вот за которые вы раньше могли, там, может быть, там выжить за там 300 единиц, чтобы купить себе покушать, сейчас эта часть, она становится еще там в разы дороже, на 20-30. Вот, я смотрел, какие продовольственные продукты, насколько подорожал, там 50-60%. Смотрите, сколько топлива стоит. То есть, ну, эти вот... Я просто в школе, вот только сентябрь начался, да, я закончил там свое время сельскую школу, ну, нас учили математику. То есть, ну, здесь есть явно составляющие, которые не влезают в бюджет любого домохозяйства, да, и в бюджет государства, чтобы это каким-то образом разрулить. Из этого, к сожалению, ну, будет плохо. И сейчас вопрос, что будет дальше по цепочке. Человек не заплатил. Дом прав не заплатит поставщику. Государство, я ни на один край уха не слышал, что поменяли бы законов или ввели временное какого-то рода регуляцию о том, что при неоплате коммунальных услуг у коммунальщиков нет права их отключать. Ну вот представьте, вот кризис угу. на кону, да, там денег нет, а закон-то не поменяли. Ну, временную регуляцию-то могли ввести, потому что вот, ребята, вот в этом году будет сложно, но дома не отключайте. Потому что это государственные и самоуправленческие компании, которые поставляют нам коммунальные услуги. Чье это было должно быть решение? Это должно быть решение на государственном уровне? Государственное. Государственного уровня, так же, как все эти временные ограничения мы получали с государства очень быстро и резко насчет ковидных ограничений, да, сейчас нельзя то, сейчас по парам не ходить и так далее, и не дышать. Также сейчас могли по отношению к коммунальным поставщикам сказать, ребята, вот в этом году, в этом сезоне до такого давайте выживем и потом будем разбираться. И это, скорее всего, вот эта помощь, она должна была, я считаю, поступать не в конце человеку, потому что так и так сейчас человек пострадает, потому что вот из-за разницы тарифов и всего остального, а именно коммунальным поставщикам, с одной стороны, им говоря, ребята, сейчас снимаем прибыль, снимаем ПВН на этот сезон, но мы вам дадим там ресурсов, что вам нужно? Вам нужен газ для того, чтобы вы могли производить теплоэнергию за такой фиксированный тариф. Вот вам как указание, как уже было дано Латвэнерго, продавайте им газ без наценки за такую цену. Вот это и есть, является теми, скажем так, правильными ресурсами, с которыми государство сейчас может эту ситуацию как бы чуть-чуть уменьшить. Да? Потому что сейчас я, ну, честно, вот Сергей, я вижу, к нам подсоединился, что я не вижу выхода, вот реально с той ситуацией, которая сейчас есть, под тем скачкам по тарифам, под той инфляцией, которая зашкаливает уже сейчас, да, под той, тому числу безработицы, которая нас ожидает по весне, поверьте. У нас будет много неплательщиков, и коммунальщики в тот момент начнут себя вести, как обычно. Ребята, а то отключим газ. А это, да, чья должна быть эта политическая... Мне очень хочется обсуждать эту тему по одной простой причине. Наши политики сделали все, чтобы создать ситуацию. Начиная с господина Пебалца, который, будучи комиссаром по энергетике, настоятельно провел политику и внедрил отказ от долгосрочных контрактов на газ. Что являлось причиной подъема цен на рынке после возобновления спроса. И кончая сегодня, мы запретили покупать газ по долгосрочным контрактам на Латвии с газа, то есть покупаем газ с удовольствием по спотовым ценам, и теперь мы, как добрые люди, решаем, как мы можем помочь людям в этой ситуации. Да никак. То, что Айвер говорит, что надо издать постановление о том, что запретить коммунальщикам отключать, да и постановление можно издать. А чем они будут платить за ресурс? Нет, давайте, Сергей, моя идея была такая, что вышло уже распоряжение Латвэнерго, от государства на Латвэнерго, чтобы Латвэнерго в этой ситуации продавала газ коммунальным поставщикам без наценки.
Потому что она в свое время... С газа тоже будем откровенны, которая получала газ до последнего момента, когда получала по долгосрочному контракту. Это явно не спотовые цены, это не тысячи евро. Но никто этим заниматься не будет. Это очень сложно, потому что тогда надо провести инвентаризацию газа, выяснить, у кого газ, и фактически его реквизировать. Вряд ли кто этим будет заниматься. Латвэнерго объясняет свою высокую прибыль тем, что было много воды. Ребята, было много воды, и мы удачно сработали не на понижение цен внутри страны, а на повышение, на получение прибыли из-за рубежа. Поэтому, на самом деле, все разговоры о возможной помощи, но я не знаю. Я не знаю, в каком объеме эта помощь должна быть. И мне трудно представить вообще, какая ситуация будет, как мы будем жить. Боюсь, что дойдет до... Ведь кроме всех этих ценовых вопросов оплаты, еще наверняка где-то подспудно стоит вопрос о физическом наличии газа. Если газ в Латвии в достаточном количестве, чтобы пройти отопительный сезон, потому что заполненность Инчукалнского газохранилища еще ни о чем не говорит. Там вполне может быть газ предназначенный для Литвы, Эстонии или еще для кого-нибудь. В том числе и для часть газа хранится там, хранилась, по крайней мере, до сих пор для российских областей. Поэтому здесь вопрос такой. Я не знаю, мне представляется, что сейчас говорить на эту тему достаточно неблагодарная задача. Я бы предлагал, давайте мы просто еще раз сообщим собственникам, жителям Латвии, что ну, будет тяжело, будет крайне тяжело, и к этому надо готовиться. Я напомню, телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213-93-9 и номер нашего WhatsApp 2300-6191. Пишите, звоните, делитесь своими мнениями, задавайте вопросы, если что-то может быть кому-то неясно. Есть ли какие-то, просто у нас, в принципе, вот мы ответили на все вопросы, которые были, ну, нам присылали заранее. Есть ли какие-то темы, может быть, сейчас тоже, кроме вот этой насущной темы, как будем жить, переживать зиму, из, может быть, какие-то темы, которые мы не успели затронуть на прошлых передачах. Я помню, что мы тогда обсуждали, были две темы. Это мусорные контейнеры, которые все время вот остаются головной болью рижан. И, по-моему, тема была у нас с балконами и лоджиями. Тоже такая вот жаркая, которые тоже не могли прийти к общему знаменателю. Можно я вклинюсь в тему мусорных контейнеров? Да. Для меня был большой шок. Приехал я позапрошлые выходные в город Цесис. Стоят контейнеры, красавцы, полностью закрытые, с электрическими замками. Подходит, написано, для жителей центра или для жителей микрорайона такого. Подходишь, подносишь чип, сбрасываешь туда мусор, уходишь. Никаких проблем. Групповые, очень красивые, очень компактные, расположенные, кстати, на центральных, ну, на таких улицах, где двигается транспорт, то есть не внутриквартальные мусорные площадки. Оказывается, можно. Оказывается, можно и организовать сбор мусора для людей независимо от дома, то есть не к каждому дому совать контейнер, а все-таки их поставить группами в специально отведенном месте. Оказывается, можно решить вопрос о том, чтобы оплата производилась с теми людьми, которые бросают туда мусор, и чтобы эти люди имели, ну, остальные не имели доступа. Но у нас очередное тут начинается. Поставили контейнеры для бытовых отходов. Вот 3 недели пролежала одна арбузная корка. За это мы заплатили приличные деньги за вывоз этой арбузной корки. В принципе, я специально дал задание своим работникам мониторить, ну, проверять состояние, заполненность контейнеров для биологических отходов нулевая. Но зато политическая акция выполнена. Ну, боюсь, что в свете предыдущего разговора ни о каких пищевых отходах больше говорить не придется. Все пойдет в дело. А почему люди, ну, отказываются использовать этот контейнер? Я
Посмели себе предположить, что сейчас степень подготовки продуктов питания в основном такая, что отходов практически нет. Ну, вы вспомните себя, ну что, картофельные шелухи у вас много. Это в 60-е годы мы в основном, основным продуктом питания была картошка. Сейчас она далеко не является. У нас, между тем, есть звонок 67213-939. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Я бы сказала так. В любой вот такой идиотской, абсурдистской ситуации стоило бы искать, кому выгодно. Это обязательно такая ситуация, глупая, глупейшая, кому-то выгодно. Еще могу сказать вот по поводу экономии, тепла, там, энергии, всего. Мой любимый объект в Риге – это замок света. А не стоило бы поставить его на, в смысле платы за ресурсы, на самоокупаемость? Пусть бы они платили бы сами, сколько потребили, а не брали бы это из бюджета. Спасибо. Спасибо. Ну, мы всегда сталкиваемся с двумя моделями, и очень хорошо, выгодно это тем, кто будет оказывать помощь, приобретут политические очки. Скажем так, есть два, мы же видим в Евросоюзе две модели поведения. Это поведение Венгрии, которая сказала, что мы будем при любых условиях обеспечивать свое население в первую очередь, а потом все остальное. Ну, и есть другие примеры. У нас, между тем, еще один звонок. Здравствуйте, доброе утро. Да, на ночь такой вопрос немножко, наверное, не в тему. В прошлом году, допустим, было квартирное пособие, а что делать сейчас, если ваша пенсия не позволяет им платить полностью? И оплату этому не слуги, если еще осталось покушать. Как можно получить квартирное пособие? Может, подскажете мне? Только что прозвучало в прессе, что Рижская дума обратится ко всем и даст вам разъяснение. В любом случае... Отнеситесь серьезно. Те, кто имеет возможность получить социальное пособие или думает, что может, отнеситесь к этому вопросу чрезвычайно серьезно, обратитесь в социальные службы. Там дают подробнейшие разъяснения, консультации, вам там и подскажут, какие бумаги надо собрать, и какие доходы у вас должны быть. Ведь на самом деле везде никто не... заявлял о том, что социальное пособие было отменено. И если вы в прошлом имели возможность его получать, то наверняка в данном случае вы тоже сможете его получить. Какого размера? Так, когда получается социальный отдел своего района, микрорайона? Конечно. Социальную службу своего района, своего самоуправления, своего района. Да. Спасибо. Да, но вот говоря, возвращаясь к вопросу действительно о бытовых отходах, да, мы ведь стали готовить больше полуфабрикатов, и, конечно, если раньше каждая семья готовила, там, практически на всю семью готовили из продуктов, сейчас в основном люди что-то подогревают, разогревают, больше упаковка от полуфабрикатов остается, чем каких-то отходов. Но я помню, что еще во времена моей молодости была целая компания, заявляли, что там нужно сохранять и собирать эти пищевые отходы. 67212-939. Добрый день, здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Ирина. У меня такой хозяйственный вопрос. Скажите, я стала собственником квартиры, допустим, с 1 июля этого года. Приходит счет за по квартплате очень высокий. Само собой, возмущение жителей по отношению к коммунальных услуг, которые пришли с домоуправления, да, начались разбирательства. И то домоуправление присылает, скажем так, расчет всех затрат, которые были произведены в доме. Это девятиэтажка, многоэтажный дом. Дело в том, что все эти работы были произведены в течение полугода, с 1 января по 1 июня. А я стала собственником квартиры с 1 июля. Должна ли я оплачивать все эти затраты, которые были до меня? Спасибо. Должны. Короткий ответ должны, более развернутый ответ звучит следующим образом. Если я правильно понял, то домоуправление выставило вам высокий счет за произведенные ремонтные работы.
Если это не касается вашего индивидуального потребления, то право собственности, оно непрерывно. То есть собственность поддерживается в исправном состоянии, и неважно, кто и когда меняется собственник, все равно необходимые ремонтные работы должны были быть сделаны. Если они были сделаны на условиях отложенного платежа, то вы же пользуетесь этими результатами ремонта. Соответственно, вы должны платить. В этом случае вы должны платить. Угу. Да, ну то есть 67212-93-9, 67213-93-9. Вот вопросы, которые вас волнуют, интересуют, пожалуйста, звоните. Наши эксперты постараются на них ответить. Так вот, да, вот я, говоря про эти бытовые отходы, я помню время, когда это была очень-очень такая широко развернутая кампания, стояли везде на каждом там этаже чуть ли не ведра для бытовых отходов. Вот сейчас вот есть ли такая действительно в этом нужда, и кто эту кампанию запустил? Я это помню, время. Была она недолгая, эта кампания тогда. Тогда это считалось, что биологические отходы повезем на корм скоту. Тогда именно для этого собиралось. Но тогда и надо вспомнить и качество продуктов, которые было. Когда ты брал картошку, ты ее чистил, ты не жалел, ты не думал, какой толщины у тебя очистки. И треть продукции сельскохозяйственного назначения обычно выбрасывалась из-за того, что она была некачественной. Это было другое время, но оно очень быстро, тогда тоже очень быстро закончилось, не знаю по какой причине, но эта кампания очень быстро закончилась. Наверное, есть смысл это собирать, но в каких объемах, где и как, и частота вывоза. А сейчас действительно корзина продовольственная настолько изменилась, что вряд ли там что-то много можно выкинуть, так вот, если не испортил специально. Все же холодильники, морозильники, камеры для хранения овощей, тут же все по-другому. Да, но вот получается, что когда ставится отдельный для бытовых отходов мусорник, ну, то есть контейнер, получается, что его вывоз тоже оплачивается отдельно, то есть это лишние расходы. А кто решает, то есть вот можно ли отказаться, если вдруг, ну, люди понимают, что это глупость, что, в принципе, у них минимум этих бытовых отходов, и потом вопрос, куда их сейчас отвозят? Отвозят ли их куда-то на сельскохозяйственную ферму на корм животных, или все равно сваливают в ту же самую мусорную кучу? То есть это получается, что... Никакого смысла. Скажем так, поскольку, насколько я наслышан об этой африканской чуме свиней, то вряд ли на корм животным что-нибудь можно отвезти из пищевых отходов. Более того, там везде стоят призывы ни в коем случае не допускать, чтобы на сельхозфермы попадала эта пища, так называемая. Это первое. Второе, куда отвозят? Ну, кто решает? Решают те, кто решает. У нас в данном случае Рижская дума обязала поставить контейнеры у каждого. Они решают. Я не знаю, исследовали они вопрос, насколько велика доля пищевых отходов, бытовых отходов. Кто-то этим занимался, кто-то проверял. Сомнительно. Я помню, что в те нехорошие советские времена тогда было все очень четко. Рассчитывали нормы потребления воды, сидели целые институты и считали по всему региону, сколько, какие привычки у населения, сколько воды потребляется. Эти нормы были актуальны до недавнего времени, до внедрения, скажем, стиральных и посудомоечных машин, они были актуальны. Там считал кто-нибудь, неизвестно. За вывоз, да, платить приходится. Вот я столкнулся с тем, что у меня население за 2 недели не добросало бутылок стеклянной тары, не допокупала стеклянной тары, и подъехала машина и с ужасом обнаружила, что не полный контейнер. Мне выставили за вывоз еще. То есть, оказывается, если ты ставишь контейнер, вдруг по несчастью население не допокупало пиво, то или пивные бутылки, скорее всего, начали принимать через покоматы эти вот. Да. И все. И тебе плати. Было бесплатно, стало платно. Я бы сказал так, что здесь трудно очень что-либо спрогнозировать. А отказаться-то можно? Сказать, что спасибо большое, но... А как вы откажетесь, если есть правило Рижской думы о том, что должен стоять? Значит, административный штраф, значит, правонарушение.
Причем правонарушение идет на управляющую компанию, ну и, соответственно, потом бумерангом на жильцов. Да, как-то. Ну, то есть еще одна какая-то такая вот абсурдистская мера. Она не совсем абсурдистская. Я думаю, что она, скорее всего, как все у нас в последнее время, революционная. Давайте одним махом сейчас всех заставим сортировать. Но не делается это одним махом. И компании, скажем, по воспитанию, по... Более лояльно надо было бы относиться к этому мусору. Да, люди сортируют, бывает, и очень часто так. Люди скрупулезно кидают туда пластмассу, ну, упаковку. Потом приходит один, подчеркиваю, один умный, который берет и, не разбираясь, в какой контейнер, швыряет свой мешок с бытовыми отходами поверх этой пластмассы. Все, контейнер становится платным. 67212-93-9. Еще один звонок, успеем. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос, что сейчас вот удорожали энергоресурсы, да, и в это время становится очень важным эффективность контроля и управления теплоузлами. Но для этих целей как бы создана уже система управления теплоузлами в многоквартирных жилых домов, ну и она называется Альфа-Р. Значит, создатели обещают как бы при затратах достигнуться большой экономии электроэнергии, ну, средств электроэнергии. Вопрос такой. Сколько стоит эта система управления теплоузлами? Кто обслуживает? Затраты на обслуживание? И действительно, без затрат на энергоресурсы, снижение тарифов на энергоресурсы, даст ли эта система экономию? Потому что жители... Ну, не понимают, что это за система, да. Поэтому, если у вас есть информация по этой системе Альфа-Р, да, ну, поясните, пожалуйста. Спасибо. Я не знаю торгового названия, но такого рода системы, которые сейчас предлагаются, они работают, они дополняют существующее оборудование на теплоузле. Сейчас теплоузел регулирует подачу тепла в квартиры, основываясь на показаниях датчика температуры наружного воздуха. Не секрет, что в жилом доме температура в квартирах поддерживается разной, в силу разных причин, и поэтому, в принципе, что предлагают вот эти дополнения, установить датчики температуры в тех критических квартирах, по которым мы ориентируемся, или должны ориентироваться с точки зрения подачи тепла, и показания этих датчиков начинают влиять на общее потребление. То есть если мы условимся с вами, что самая низкая минимальная температура в жилом помещении может быть 18 градусов, то в этом случае мы ищем те помещения, которые имеют минимальную температуру в доме, ну, допустим, 19-20 градусов. После этого устанавливаем там датчики, и тогда уже задаем, исходя из температуры в этих помещениях, температуру подачи теплоносителей, поддерживаем температуру, ориентируясь на эти слабоотапливаемые помещения. Да, в этом случае будет экономия. Да, будет экономия. Какая, я не берусь судить, все зависит от того, насколько четко отрегулируем, насколько хорошо настроена система внутри вашего дома. Но это полезное мероприятие. Кто и почем продает, ну, наверное, не одна фирма продает. И стоимость обслуживать, наверное, тоже чего-то стоит. Еще один успеем, наверное, звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, многоквартирный дом в Юрмале, и владельцы квартиры, ну, россияне. И вот дом приватизировал землю, квартиры, землю под домом, а вот эта одна квартира не приватизирована землей. Вот если владелец меняется, как это отразится? Нужно приватизировать этот участок для квартиры? Твой вопрос. Если земля, тут не до конца хватает информации, но в стандартной ситуации земля была самоуправление. И получается, что купить, продать квартиру вы можете, потому что у вас получается, что квартира зарегистрирована в отдельной земельной книге.
земля, скорее всего, принадлежит самоуправлению. И тогда, ну, потом у вас будет обязательство перед самоуправлением погашать арендную плату, да, которая там будет 3%. Или выкупить землю, видел? Либо выкупить, да, в самоуправлении, потому что тут два варианта. Хорошо, спасибо. Тогда этот вопрос решается самоуправлением, да? Да. Да. Угу. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Ну, вот я смотрю, что просто время у нас, наверное, уже слишком мало для того, чтобы начинать какую-то еще одну тему. Я просто напомню, что все вопросы можно заранее присылать на номер WhatsApp 2-300-6191. Сергей Сидорко и Айвар Гонтарев сегодня отвечали на ваши вопросы, говорили о актуальных темах. Большое спасибо и, наверное, до следующего понедельника. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Вы слушаете Радио Болткома.